Мы предусматриваем в 2017 году программу, в рамках которой будем заниматься благоустройством придомовых территорий. По сути дела, приведение в порядок асфальтового покрытия. Запланировали 250 миллионов на следующий год. Около 150 дворовых территорий планируем привести в порядок. Будем делать это совместно с главами муниципальных округов. Конечно, активность мы ожидаем существенную со стороны старших по домам, чтобы и своевременно освободить территории, и проконтролировать ход исполнения работ. Но от глав муниципальных округов мы ожидаем, что будут выбраны именно приоритетные дворовые площадки. Все площадки за один год сделать невозможно, но за ближайшие несколько лет в таком режиме мы можем все-таки существенно обновить дворовые территории. Сейчас находимся в режиме обсуждения, как в этот проект по наведению порядка на дворовых территориях добавить так называемые спортивные комплексы, чтобы помимо проездов, асфальтобетонного покрытия, мы могли обновить детские площадки спортивные, чтобы это был такой комплексный проект благоустройства дворовой территории. Ну, тут мы уже будем делать это вместе с предпринимателями и, соответственно, будем работать над выделением дополнительных средств уже даже на следующий год, 2017 год. Ну, если проект получит свое развитие, а в ряде субъектов Российской Федерации такие проекты уже десятилетиями существуют, будем каждый год выделять значительный объем средств на эти цели. Мы предусмотрели объем средств на эти цели. Мы эти средства в виде через соглашение передадим муниципальные округа. И, соответственно, когда мы эти мероприятия, ремонты придворовых территорий закончим, эта программа будет выполнена. Мы готовы выполнять поставленную задачу губернатором города. Хочу отметить, что этот двор, к сожалению, не единственный такой в Гагаринском районе. И, соответственно, здесь поблагодарить за активную позицию наших горожан и лидеров общественного мнения, председателей домов, которые совместно с нами делают систематический объезд территории Гагаринского района и показывают нам на недочеты, которые есть сегодня в нашем районе. Мы, соответственно, все эти наказы будем выполнять. Ни один наказ не останется без выполнения. Мы это гарантируем. И совместно работая с органами исполнительной власти, будем Гагаринский район приводить в порядок и в целом весь город.